Накануне в Нижнем Тагиле в одной из больниц скончался мужчина, который за 3 дня до того получил сильнейшие ожоги, пытаясь спасти свой автомобиль породы Deo Matiz из пылающего гаража. Трагедия произошла в пасхально-праздничное воскресенье в 8 утра на Красном Камне. В частном доме на Панфилова, 38, погас свет. Хозяин вышел во двор, чтобы проверить, что же случилось. Заметил дым в сарае и хотел выгнать машину из гаража. Деревянное строение уже горело, как свеча. И мужчина, оказавшийся в эпицентре жутчайшего огня и дыма, и себя погубил, и Матис не спас. С ожогами 80% тела его увезли в больницу. В этот момент дюжина огнеборцев сражалась с огнем. Но спасти частное подворье не удалось. 156 квадратов превратились в пепелище. В 11 часу утра был дан отбой. Очевидцы утверждали, что от пылающего дома отъезжали 2 кареты скорой помощи с мигалками. И вроде бы пострадали 2, муж с женой. О состоянии здоровья супруги погорельца мало что известно. Но накануне она, несмотря на все старания врачей, овдовела. Предполагается, что в доме произошло короткое замыкание. Вероятнее всего из-за электрокотла, в котором, вероятно, коротнули провода.